Немцы не тронули вокзал, а эти разбили его. Они зайшли, и они у другого села там сделали блокпост, и там они стояли. Они просто вот это стреляют сюда, все летит. Обстрел идет с той стороны, ну, со стороны казачьей Лопани, ну, да, где Белгород там. И со стороны Волчанска, оттуда, с той стороны, отсюда прилеты, грады летят такой. Ну, в основном проскакивают минометы на машине. Минометом прошли, приехали, отстрелялись и сразу убежали отсюда. Людей дуже мало осталось. И в основном осталось, и кто не может выехать, а кто не хочет. Ну, человек 150 в общей сложности может набрать всего человека здесь.